Еще в школе я был очень сильно влюблен в девочку. И договорился с ней пообщаться по скайпу, якобы по учебе. И вот мы общаемся дома по скайпу, я пытаюсь максимально расположить ее к себе. И в этот момент приходит отец домой, заходит в комнату, не зная, что я с кем-то общаюсь по компьютеру, и заходит он со следующими словами. Саня, Саня, пес обосрал весь коридор. Там все в говне. Все в говне. Надо помыть кота. В этот же момент заходит мама, и мама из коридора кричит. Сережа, черт, черт, закрывай двери, пес убежал. Батя, он даже не поворачивается. Он тут смотрит прямо в меня, он смотрит прямо мне в душу, прямо в глаза, вот прямо в душу и говорит. Он обосрет весь город.